Студия для Вячеслава Рязанцева уже давно стала вторым домом. Здесь он может проводить сутки напролет. Целиком погруженный в творческий процесс, музыкант совершенно теряет счет времени. За его плечами долгий и тернистый путь. Талантливыми не рождаются, ими становятся, считает Вячеслав. Музыкой он увлекся в 13 лет, начинал с игры на гитаре. Себя называет самоучкой, поскольку ему лишь показали несколько аккордов, а дальше чарующий мир музыки он постигал сам. Пробовал себя в разных жанрах – рок, рэп, хип-хоп. У нас еще своей студии не было, и у одноклассника был микрофон. И мне стало интересно попробовать. Мы принесли, подключили в домашний ПК, все было просто, никаких наворотов, ничего. Записывались в квартире, в соседней комнате мама, все нормально. Вот. И я, когда себя уже услышал, когда мы это все подсобрали, я понял, что это интересно. Постепенно Вячеслав собирал возле себя людей ярких, творческих, идейных. Так появилась команда проекта «Валхала», который сейчас только набирает популярность. «Валхала» – саровский музыкальный проект, который, скорее всего, оценят меломаны. Здесь можно найти треки разных жанров. Среди них есть и танцевальные. Особое место в творчестве команды занимают глубокие философские композиции. Сложно в двух словах описать их, тут каждый увидит что-то свое, пояснил Вячеслав. Музыканты, дизайнеры, сценаристы, операторы, монтажеры. Каждый член команды вносит в создание клипов свой вклад. Съемки проходят как в городе, так и за его пределами. Порой саровчане даже не узнают в кадре родные места. Клипы помогают погрузиться в атмосферу трека, передать стиль музыканта. Любой клип начинается со сценария, а дальше творческий процесс неостановим. Процесс создания клипа, иногда это скрупулезный долгий процесс, а иногда это как огонь, когда от кого-то из команды исходит идея, а дальше уже придается она мозговому штурму. И начинает она как-то развиваться, появляется какой-то скелет, отбрасываются какие-то идеи, из которых уже рождается какой-то готовый сценарий, после чего приступаем к съемкам. Они живут музыкой, которую делают. Это выражение как нельзя лучше характеризует команду проекта «Валхала». Для них музыка не просто хобби или увлечение. Здесь музыка скорее стиль жизни. Познакомиться с творчеством команды можно на странице проекта ВКонтакте. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.